Теперь для прослушивания радио совсем не обязательно иметь радиоприемник. Если имеется компьютер, подключенный к интернету, то всегда можно включить онлайн-радио. Поисковики выдают огромное количество сайтов, где можно прослушать радио онлайн. Для начала прослушивания любой имеющейся в списке радиостанции достаточно просто ее выбрать. Если на каком-то сайте не нашлась интересующая вас радиостанция, то она точно найдется на следующем сайте.